Иван Городиловский стал победителем в номинации «Комфортное Подмосковье» с проектом «Общественная организация «Добровольная народная дружина» городского поселения «Лесной городок». Главная цель – охрана общественного порядка и создание условий для участия жителей в его поддержании. Народной дружине удалось за короткий срок провести большую работу – от пресечения попыток противоправных действий до сопровождения граждан с поздних электричек. Виталий Калинин. Победа в номинации «Комфортное Подмосковье» с проектом «Лучший каток рядом с домом». Основной задачей этого начинания стала постройка спортивного объекта возле многоэтажек номер 28 и 28А по улице Садовая. Проект нацелен на организацию доступного активного отдыха детей и взрослых зимой.